Я решил построить свою машину, вот, которая не будет похожа ни на какую машину практически в мире. Сначала у меня не было никакой идеи, я просто хотел сделать что-то необычное. И когда я начал строить ее, то я понял, что я вкладываю много денег, а ничего интересного не получается. И я понял, что мне нужно привязаться к чему-то, что знают люди. И я решил построить ее по фильму «Чужой». Чем она уникальна? Ну, даже если сказать, что когда включаешь габаритные огни, то светится 2500 лампочек на габаритных огнях. Уже далеко даже ходить не надо. У нее 40 динамиков, 8 усилителей, много аккумуляторов, конечно, в конце планируется. И на сегодняшний день построил ее не больше, чем на 30, от силы 40%. Машина одноместная, сзади стоит кровать, на ней стоит космический корабль, как по фильму. «Чужой» будет иметь все телодвижения человека. Моя машина может все и еще и ехать, понимаете, как оказалось. Ну вот, людям очень нравится. Это дети фотографируются на фоне машины. Детей нельзя оторвать. Только дети приходят, это слезы. Потому что мамы отрывают детей от автомобиля. Они лезут на нее, понимаете. Они, им очень интересно. С машины выгнать никого не можно. Вот такая история автомобиля. На Новый год приедете ко мне на елочку. Мы там с вами обязательно пересечемся. Я там вам тоже много всего расскажу.